Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в DC World Collide. Ну-ка, посмотрим, что у нас тут есть. Так, магазин, ну тут понятно, это приобретать. 2000 у меня нету, но я могу взять, например. Давай возьмем, фиксим, 5 карточек, да? Здесь мы можем... А нифига мы не можем. На этих персонажей не хватает, а вот эти вот брать я не вижу смысла. Гильдейского ничего нету. И здесь... это что такое интересное? 7500. Это... А, это обновление нашего апартамента, ребята. Вот этого вот. Что у нас на почте? Забрать все. Это что у нас такое вообще? Какой-то ассистент-гайд. Непонятно, что за ассистент-гайд. Забираем наши награды. Так, что это тут? Лист. Принять все, я нажал. Кубок матери. Такая тут ничего нету. Что у меня? А, нет, вру. Вру, есть. Можно что-то нанять. Давай посмотрим, кто у нас выпадет. Понятно, пантерочка. Девочка-пантерочка. Но мы можем с тобой здесь вот еще... А, нет, только здесь можно паролить. Ну что ж, давай покрутим. Фиксим. Можно пропустить? Эй, какой-то роботека. Плешивый. Давай еще раз. Пропускаем. Амазонка. И еще разок. Понятно. Ага. Король акул. Это все понятно. Что обычно-то нам только выпадает? Да ну. Больше не хочу, все. Все кристаллы, считай, потратил. Не надо мне этого. И опять же показывает кубок матери, что-то типа у нас есть, но я не вижу. Смотри, а почему-то вот это раньше это было открытым, а почему сейчас закрыто? Интересно, архивы. Что у нас там в архивах нового? Ага, супербой. Супербой. Ну, мы открыли тогда, а в архивах мы не смотрели, да, получается. Также Константин. Но Константин крутой чувак, я не спорю, ребят. Мне нравится лично. В галерее у нас две новые картинки. Интересно, что будет, если мы когда соберем с тобой картинки? А, можно открыть. Все, понял. А здесь что? Вот, это у нас зеленая стрела. Это кто? А, нет, это Робин у нас. Это у нас был Робин. Да что такое, опять файлы? Кто? Starfire, так разве Starfire я не открывал? Вы что-то свистунка тут лепите мне. Ну это же все было. И грот у меня был. Ладно, давай так посмотрим. То есть как будто все заново. За каждого открытого персонажа мы получаем с тобой самоцветы. Нисколечко не возражаю. Все, да? Это 53 персонажа здесь получается. У меня только 26 присутствует. История будет какая-то новая, нет? Нет, никакой новой истории не будет. Видимо, она... Нет, все-таки есть продолжение. Ребят, продолжение истории. Ну-ка. Флаг. Нет, плащ. Непонятно. Посмотрели что-то. Так, капитан Зеркало и капитан Холод. Что-то тут бубнят. Подожди. А, это же... Смотри, смотри, кто у него там на плече сидит. Я не знаю, кто такая маленькая. Но это злодеи у нас все. С кем поговорить? Ну, давай, например, с тобой. Супер-женщина. Жалко, не по-русски. А, тут можно со всеми потрещать. Ультраман. Что-то они... Так. Мощное кольцо.
Дед Шторм, и остается у нас только Джонни Куик. Я не могу понять, что здесь делает наш обычный Супермен вместе вот с этим Суперменом. Или это Бэтмен там идет? Человек-загадочник что-то там объясняет. Остановить их или же договориться о деле? Давай остановим их. А, остановить его. Так, что-то не понравилось этому злому Супермену. Но это прям как в фильме, помнишь, была такая фишка? Когда он сжег там миллионы людей там лазером своим. А куда они там тычут пальцем-то? Типа кто-то летит? Не знаю, ребята. Как хочешь, так понимаю эту историю. В общем, я лично не понял, чеша. Гильдия. Все, да, получается? Гильдейский челлендж. Нифига, это кто такой? Это кто такой? Ну что, попробуем, хотя бы глянем, что это из себя за чушок такой. Что он из себя вообще представляет. Как тут начать-то? Ну что, файт? Поехали. Ребят, я понимаю, что я сейчас хлопочу от него, но я хочу глянуть. Так, ну, как мы видим, пока у нас его приспешники, наверное, я так понимаю, да? Так, Бэтмен. Команду-то, конечно, надо было поменять. Это еще старого образца у нас тут стоит. Ну да, старого образца еще. Что будет, вот мы их всех забомбим. И, наверное, появится этот злющий вражина, который там... нету. Пока я не вижу его. Блин, сейчас уничтожат Франкенштейна. Да, погиб. Капитан Холод тоже погиб. О, Бэтмен. Трындец, друзья, конечно, у них. У них атаки там слишком жесткие пошли. Смотри. То есть, что, получается бесконечно, что ли, какая-то команда у них тут? Что-то у нас тут все время повышается, повышается и повышается. Как я посмотрю. Это награды, да, выходит? Моррисон имеет 1969 очков. И толку мне, что я там имею эти очки? Так, это ответ. Вопрос нужно. Так, ДПС. Что-то там тыры-пыры тролливали. Давай вот это ответим. И правильно. Был правильный Горилла Грод. Что там по ДПСу? Ну-ка, что у нас тут? Ага, еще один кусочек нашли. Дисплей. Это выполнено, да? Комплит. Здесь тоже комплит. И здесь выполнено. Так, а это я, наверное, отправим. Подвеска какая-то интересная. Ну и 23 тысячи монеты. Все. А здесь мы вот пока не найдем вот это все, ребята, у нас не будет доступно здесь, потому что... Тут, кстати, тоже книги надо найти.
Так. Арена. Новый сезон начался. Фига, это что, кто такой? Это вот такого персонажа я что-то не помню. Грандмастер. Битва со злом. Супермен, что ли? Ага. А мы же дрались вроде бы со супер... с этим суперменом. А что, я команду не поменял? Ай-яй-яй-яй-яй. Мотоцикл не прокачал. Ну давай попробуем. Блин, да, он со своими этими осколками. Мотоцикл. 5 полосок жизни у него. Давай, 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 Константиныч. Ну, 4 полоски осталось. Он же, по-моему, сейчас кого-то вызовет, да? Ты не помнишь? Вот так вот он бомбит. Как же мне не хватает хила, а, ребят. Ни одного хиллера у нас нет. Вот что обидно-то. С хилом было бы все немножко попроще. Давай, Константиныч, жги. Итого уже 3 полоски мы ему оставили. Я боюсь, Капитан Холод сейчас у нас погибнет. Франкеншин вообще мало наносит урона. Все, Капитан Холод готов. К сожалению. Франкеншин тоже готов. Он, короче, эти кристаллы уничтожает и накапливает себе силу. Вот оно, что происходит. Тут крышка нам. Слушай, по-моему, это все-таки у нас Супермен второго уровня уже. Не может быть он первым уровнем и таким сильным быть. Чересчур причем сильным. Скорее всего. Видишь, не показано, какого он уровня. Но не первого, это однозначно, что не первого. А это что у нас тут? Ага, это мы должны идти, идти, идти. Бомбить их всех. Это пройдено. А где мы остановились? Вот на нем, да? На этой девчуле. Или же нет? Вот здесь, скорее всего. На зеленом фонаре. Слушай, ну мы здесь должны пройти. Уровень нам позволяет. Не то, что уровень, у нас мощей больше, чем у него. Поэтому должны пройти. Как мне этот фонарь зеленый раздражает своей массовой атакой. Ага, акулу подбили. И я Франка, наверное, уберу. Франк, он бьет только одну цель. Мне это не нравится. Ага, крокодил готов. Нет, сейчас, сейчас посмотрим. Блин, еще выпендривается. Все, Константин сжигает. Молодцы, красавчики. Можно мне поменять команду? Состав команды. Я хочу сменить. Че, неужели нельзя? Че, вот он как идет, так и идет, что ли, блин? Да, ребята, ну здесь тоже мы сможем их подбить. Кровотечение повесили. Опа. Блин, он еще этим прикрывается. Ну пробей ты его, в конце концов. Я вообще думал, ты пингвина уничтожишь. Пингвин горит, минус что-то там. Нельзя что ли хиляться ему. А некоторые параметры я не знаю, что обозначает. Потому что у нас тоже, ты посмотри, сколько пониженная атака. Что-то там еще. Всякого на нас висит.
А что для чего, непонятно. Есть, двоих сразу же. Ну вот, Константинович молодец. Опа-на. После этой победы мы получаем сундук. Это у нас же пугало, насколько я могу понимать. Два пингвина и три пугала с отравлением и со всякой ерундой. Зашибись. Нормально? Пипец. Два пингвина встали в эту стойку защитную. Дело дрянь. Блин, массовая атака. И бьет по задним рядам. Он, кстати, за счет этого отхиливается. Вот эти вот, когда мыши вылетают. Неужели? Блин, надо убирать этого. Я понимаю, что он цели их ставит. То есть, как бы, то ли повышает крит урон, то ли повышает атаку нам. За счет того, что они в мишенях у нас находятся, в прицеле. Смотри, смотри, каждый сделал по суперудару. Вот ты ушатаешь в середине. Все, остается последний пугало. Готов. Так, мы должны получить какой-то там сундук, насколько я помню. Ну его что-то я не вижу. Пройдено. А тут вообще это хоть кончается? До 15-го мы должны дойти, я так понимаю, да? 60% пройденного. Энви. Это что еще такое, Энви? Выбирайте команду. Я хочу эту взять команду. Ага. А, это поменять. Все, я понял. Давай вот эту возьмем. Файт. Расстановочка. Ну что, первым этот пойдет. Как танк. Потом, по-моему, вот так вот делаем. Так, так и вот так. Погнали. Ох, сейчас будет весело. Так, скорость понизим. Чуть-чуть. О, обожаю, когда он так делает. Можно это промотать? Все, какие-то нейроцепочки там создал непонятные. Мы теперь как единое целое, да? Так, минус. Ну не очень мы, конечно, много урона наносим. Это защита. Слушай, неплохой щит, кстати. Смотри. Довольно крепенький. Ха-ха, минус, чувачок. На. Прожгли. Так, молодец. Все, ребят, прошли. Мы здесь прошли. Так, сколько процентов выполнили? Lightning Strike, Random Enemy. Короче, повреждает случайную цель молниями. Что-то повышает дамаг на здесь. Ну давай вот это возьмем. Следующая цель. 56-й. Они все будут 56-го, да? Все, абсолютно. Ну, давай попробуем с этой командой разобраться. Слушай, ну у нас перевес, ты посмотри, у нас 14 тысяч мощей против 6 тысяч. Ясен перец, что мы здесь выиграем. Согласись. Женщина-кошка уже готова. Ага.
Да ну, конечно, мы их тут разберем. Причем вообще в легкую. Кстати, ты видел, да, электричество бьет. И все-таки периодически молнии видно. Вон. Появляются молнии, которые рандомно бьют противников. Смотри-ка, тоже защиту сделал. Ай-яй-яй. Ну, убейте. Все, минус загадочник. Слушай, ну он круто. Круто своим лазером бомбит. Что тут можно еще сказать? Кровотечение, мина и подрыв. Круто. Так, сейчас нам предложат следующее. Максимальное ХП плюс 15%. Шанс восполнить энергию в конце уровня. В конце тура. В конце хода. Ну, давай возьмем. И у всех почему-то 56 уровни. Да нет, я никого менять не собираюсь, в принципе. Единственное, что поставим скорость третью, чтобы по-быренькому это все пробежать. А мы на основной сюжетке-то что-то пройти не смогли? Или мы даже и не пытались пока еще? Надо будет посмотреть. Ну, давайте Франка уничтожьте. Ох, Робин. Капитан Бумеранг. Минус король акул. Минус этот. Так, Робину сейчас тоже крышка. Все, ребят, молния его покарала, короче. Молния покарала Робина. 50% ХП. Что-то мы как-то... О, двойная награда. Франтик. Рандомный баф. На два тура. На два хода. Ладно, возьмем это. Что за награда? Понял. Пингвин. Да, я думаю, что и пингвин нам, в принципе, тут не в указ. А вот смотри, 14 тысяч и 14600. То есть уже, ребята, равная команда. Тут у него Бейл, я смотрю, еще присоединяется. А вот это кто такая? Что-то я не помню такой. Новый какой-то стрелок, что ли? Не было же ее. По крайней мере, я раньше не видел. А мы даже... Че это? Ты посмотри на пингвина. Я не могу его пробить даже. Блин, дело дрянь. Вообще он не получает урона. Что с ним не так? Ёк-макарёк. Я не понимаю, почему мы не можем нанести ему урон этому пингвину. Наносим, но там... Да вообще ничтожный урон. Все, ребят, нас заколбасили. Как тебе такой расклад? Это что за пугало огородное, которое так, блин, бомбит, ё-моё. Я не знаю, что с этим говнюком делать. Его просто не пробить. У нас мощей одинаковое количество почти, а его не пробить. Пингвина этого. Дефит, понятно, что дефит.
Так, еще одного, да? Поехали. Посмотрим, как здесь пойдет дело у нас. Пока щиты, слава богу. Хочу посмотреть, как Супермен будет наш вжаривать. Почему этот не делает своих суперспособностей, которые он может делать? Я не пойму никак. Дай попробую сам поиграть. Так, и что он делает? Что это тут появилось? Ну что, не хочу я нафиг нажимать на это. Блин, ну... Можешь как-то уйти отсюда? Раздражаешь. Да, оживляет, да, значит? Гадюка несчастная. Фига, это же он такой сейчас сделал, Супермен. Вот это мне так и понравилось, которое он сделал в последний раз. Это было круто. Так, блит, кровотечение, урон от кровотечения. Нафиг он мне нужен? Вот это я, наверное, приму. Так. Кого взять? Возьму зеленый фонарь. О, не-не-не-не-не, не буду я с этим отрядом драться. Ядовитый плющ, тоже не хочу с ней. Ага. Поехали. Так, а тут пингвин, твою налево. Ну, ты посмотри, здесь он, по крайней мере, хотя бы разбирается. Блин, Супермен крутой чувак. Согласись. Вообще, атаку наносит. А вот это, что мы берем, это вот защиту, где мы с тобой бафы, дебафы. Вот, мы получаем баф. На два хода вот у нас эта защита дается. Ну неужели он стал делать свои суперудары? Я уже думал, что не дождусь этого. Красавчик Робин. Пингвина завалите. Говорю, пингвина, пингвина бомбаните. А, он сам отдупился, да? Фух. Вы, наверное, не успеваете посмотреть, что происходит, да? Ну, на первой скорости, ребят, тоже, если играть. Это поначалу, когда мы с тобой еще не видели всех этих суперударов, интересно посмотреть было. А когда мы уже их вдоль и поперек прошмонали, естественно, лучше на ускоряшке. У нас уже, как говорится, тут в наших интересах как можно быстрее пройти. Прикольно. Такой полетел злой, да? Хоп, конфеточку нашел. Так, шанс, критический шанс увеличится на 15%. Максимальный хп 15%. Я, наверное, шанс крита. Хотя, подожди, тут... Вот, наверное, что я возьму. Двойная награда, отлично. Опять же рандомный баф идет. Ганс 6 Energy 15% от хп. Не знаю, ребят, с английским я не особо дружу. Ну давай возьмем вот этот вот. Так, а это кто у нас? Это тоже зеленый фонарь. Это мы с тобой берем характеристики. Ну вот у нас персонажи. Странно. Окей. Ну-ка. О, Бейл, не хочу. Что-то меня тут зажимает. Блин, ты помнишь этого, да? Там крышка. Давай тогда с этим отрядом попробуем сразиться. Не-не-не-не-не. Может быть, так нам сделать?
Не-не-не, этого надо вернуть. Этого мы вернем. Давай посмотрим. Не, ну Супермен крут. А у него Константин, Дэдшот. Тоже, кстати, зеленый фонарь у него есть. О, мы еще и на себя защиту взяли. У нас аж двойная защита. Под бафом, который дается, и еще, который повесил на нас Сайбер. Во-во-во, Дэдшот выбирает. Сюрикены, что-то там кровотечение понавешал. Фига себе. А что он, почему две атаки делает? Блин, опять у этого Сайбера защита какая-то охреническая идет. Есть, молния его покарала. Все, танков у них больше нету. Вот и наш фонарик. Тьфу, эскадриль. Фига. Фига себе зеленый фонарь дает. Вот это было что-то. Я не ожидал, что у него настолько крутой этот суперудар. Так, атака повышается на 15%. Дамаг. Шанс. Давай атаку на 15% повысим. Нам атака не помешает. Нет, это я не хочу брать. Пингвин меня что-то разочаровывает в последнее время. А вот эта девчуля тоже, конечно, не сахар, блин. Давай вот этот отряд. Что у нас там помощи? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну-ка. 16 тысяч. 16 500. Семнадцать. Ну-ка. Нет. Да поменяйся ты местами-то. Ну что, ребят, попробуем. Блин, мы отстаем на 5000 мощей от них. Грот будет здесь очень-очень силен, мне кажется. Нет, если бы, конечно, мы успели бы сделать суператаку, я имею в виду зеленый фонарь наш, я думаю, было бы круто. Но у него тоже есть фонарь, поэтому если он успеет что-нибудь такое противное сделать. Опа. Это оно? Это то, о чем я подумал сейчас? Фонаря нету, ребят, мы уничтожили. Слушай, по-моему, здесь победим. Да, мы здесь победим. Теперь наша очередь. Красавчик. Супермен красавчик. Так, максимально хп 15%. Наверное, возьмем вот это вот. Атака всех. То ли при уклонении, то ли получая уклонение, получается на 25%. Короче, когда атакуют все, уклонение повышается на 25%, а жизнь, даже кража жизни получается еще на 15%. Это у кого-то вампирик, что ли, будет? Выберите персонажа. Вот. Вот кто мне нужен. Флэш, ребята. Танки получают 100% дамаг. Ух ты. А кто вот это такая? Награда последняя, да, у нас получается. Тут уже не дают выбора, вот. Какая команда есть, такая есть. Я только могу поменять в данный момент. 29 тысяч! У-у-у. 17 300, да? 17 400. 17 400, если возьмем. Слабо. 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 Ч
Чё-то я, ребят, сомневаюсь, что здесь мы сможем выиграть. 17 тысяч мощей, как ни крути, ребят. Это слишком дохренища. А не смотри, как броню сбивает мне. Это их флеш, да? Побежал, или мой? Мой, по-моему. Я думал, сейчас ты ракет... Оп, я думал, сейчас он ракеты запулякает. Ага, запулякал. Это еще сп... Фига он. Воу-воу-воу-воу-воу. Трэш. Давай мы теперь так же. Блин, они все еще живы. Супермен, не падай, пожалуйста. Сайбер готов. Е-е-е. Давай еще одного. Красавчики. Ребята, мы молодцы. Даже не верится, 20 тысяч мощей, мы порвали их. Сейчас прикинь, сейчас какой-нибудь суперудар сделает, и нам хана будет. Нет, успели мы пробить. Все. Ах, флэш. О, молодец. Да, ребята. Что это за кризис? А, 12.30. Это кризис непонятный. Так, я могу прокачать себе байк? Могу. Ну что, нормально. 56 уровень, да? Совсем, я считаю, неплохо. Вот это что такое? Опа, еще получили карточку. Спасибо. А вот это что такое? Когда вот это вот откроется? Блин, тут вообще есть кто-нибудь? На русском вообще, ребят, никто не пишет. Даже в моей гильдии, ё-моё, русского нету. Трындец. Так, давай-ка посмотрим здесь у нас. Это ивенты, да? Серверные. Все, больше ничего нету? Не, а больше ничего нету. Здесь. Забрали одну карточку, подожди-ка. Ага. А это нам недоступно, понял. Забрали. Да все, все, все. Реворд. Загадочник против Бэтмена. Хм. И что? Загадочник. Загадочник против Бэтмена, и все. Магазин. Ежедневный пак. Бесплатно, давай сюда. Thank you. И все, что ли? План охраны. Забираем здесь все. Чуть-чуть не хватает, чтобы получить нам последнюю. Ну-ка. Сундук. Сундук мы взяли. А почему я не могу... Где мой сундук? Где здесь? Подожди, мне нужен этот склад. Вот он. Открываем. Понятно. Дискарчик на мага. Этот открыть надо, сундучок. Это сундук же? Сундук. И все? Один проход. Почему вот это вот я не могу никак поставить, ребят? Это же... А, видимо, у нас есть деталь для комнаты. Но нету той комнаты, куда ее можно поставить. Скорее всего, так. Ну что, давай попробуем нанять. Вдруг повезет. Нет, выпадает нам крокодил. Киллер. Крокодил-убийца.
Франкенштейн. Это роботы эти несчастные. Женщина-кошка. Опять женщина-кошка. Подожди, а это вот, которая в форме, она, это же не кошка у нас получается. Это у нас Бэтгёрл. Конечно же, а я почему-то ее называю женщина-кошка. 63 уровень. Оп, в помощь возьмем. И вот так вот. А можно мне своих прокачать? Ребят. Пингвина. Стоит ли его прокачивать вообще? Автоэквип. Так, пока есть возможность, прокачиваем. Максимальный, как мы видим, тут 140 уровень. Получит он у меня 80-ник? Есть. 80 уровень. Вот этот парень, говорят, крутой. Типа прокачивать его рекомендовали мне. Че, 4-ю звезду получит? Получит. Че, можно еще? А, не хватает. Карточек мне не хватает. Ха. Starfire, да? Вместе с ней он идет в команде, как бы. 61-й. Семидесятый. Все. Все, не хватает больше у меня элементов. Константин, а ты хочешь прапаться у меня? Может быть и хочется, но нет возможности. Окей. Архивы, уже два архива каких-то мы нашли. Открываем. Какой-то билет. Сигнал. Опять же, там что-то пишется, но на английском языке все. И галерея. А в галерее мы что получили? Ага. Иллюстрацию. Картинку. Так, а тут у нас что? Забираем? Забираем. Подожди, а что это такое? Ну, так, например. Как же тут русского языка не хватает, ё-моё. А заморачиваться с переводом, ну, прям вот неохота, ребят. Ну что, пойдем попробуем пойти по основной сюжетке. Какой там уровень-то, интересно? Это что такое? А, ну, это просто уже... Понял, я понял. Выбираем танка. Подожди, но это же не все персонажи. Зашибись. Этого почему-то нельзя взять. Так, пингвин пускай стоит. Окей. 161 тысяча против 2000, да? Понятно. Давай сразу же следующий уровень. Так, ну тут уже 22 тысячи против 38 тысяч.
Тырич. Нахлобучил, ё-моё, в конце-то концов. Давай, забираем душу этого никчемного чувачка. Отлично. Все-все-все. Супербой полетал. Так, ну давай двигаться дальше. 6-3. Так, 38 тысяч против 33 тысяч. Блин, Бейл еще оглушил. Вжарим. Ага. Бейл у них здесь идет как босс. Вот оно что. Погоди-ка, мне кажется, что мы... Да, мы всю команду одного чувака не добрали. Мы играем в меньшинстве. Или его подбили просто сейчас. Я бы Константина бы взял бы. Честно говоря, в нашу команду. Ты заколебал уже глушить. Все, ребят, вырубили мы Бейла. Массовая. Так, огнеметчиком крышка сейчас будет. Ну, захилялся, а ты посмотри, гаденыш. Все, блин, какой все. Он убежал, я просто не увидел, я думал, его подбили. Так, что такое Trials? Это что-то новенькое у нас появляется. Такого не было раньше Trials. Сюда. Старт. Батл. Хе-хей. Ну, так, так. Поменять. Так а что надо-то? Вот так вот поставить? Ну это опять какие-то типа арендских поединков, насколько я могу понимать. Верно же? Так, готов. Птенчик. Давай Бэтмен, завязывай уже с ним. Все, нахлобучили. 100 кристаллов. Ну, допустим. А если вот так? Допустим, награда 100 самоцветов, да? Ага, получается Константин. И вот, что нам дают. Тогда сделаем вот так вот. Константин пускай стоит здесь. Ну я не знаю, сможем мы тут победить. Константин, на тебя вся надежда. Походу, похоже, не получится у нас ничего. Хотя Константин выжил на поле боя и все, ребята, снес тут к чертовой бабушке. Как-то так. Следующая награда получается вот эти вот камни, да? Арканы. Но опять же, ребята, опять же я вам скажу, что уровень-то у них 31 тысяча против 26 тысяч. Константин, давай массовую атаку, а? Что он делает? Вот и... Блин, сейчас разберут нас. Во, пошло, пошло, пошло дело. Хе. Да, нормально. Есть. Константин клевый чувак. А следующая награда это будет призов. Почему вот эти вот закрыты? Непонятно.
Так, еще какой-то открылся скилл. Новый. Оу. 48 тысяч. Поехали. Опять же, все, ребят, зависит от нашего Константина. Если он сейчас сделает массовую, чем быстрее, тем лучше для нас. Блин, как же она очень больно бьет по ним, а? Тыч. Ну что, почему все в счета? Неужели он... Да он не делает на себя никакой провокации. Запинали. Получаем карточку призыва. Опа. В следующей битве мы получаем 5 карточек на Константина. 95 тысяч, вы серьезно? Так, Starfire, иди сюда. Зеленая стрела, сюда встанешь. Нужно взять еще одного хорошего танка, сильного. А если я, например, поменяю вот так и вот так? О! Нифига. Женщина, чудо-женщина дает нам прибавку в мощах столько. Хорошо, давай глядеть. Константин, жги, 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 давай их всех. Я тебе скажу, очень даже хорошо заморозит. Так, хиляемся. Шух. Тьфу. Сосунки. Просто сосунки. 5 карточек на Константина мы получили. Следующий поединок даст нам 10 карточек и 1 призов. Ох ты. Вот этого я возьму, ребят. И вот эту вот возьму. Уж больно крутая. Кто он такая-то вообще, а? Танки. А танки у меня только вот... Так, это тоже, оказывается, танк. Девяносто тысяч против 97. Давай смотреть. Она еще и хиляет, оказывается. Давай, Константинович, влупляй. Это было это дико. Пингвин там ныкается. Я тебе говорил, что этот чувак хорош. Он просто пингвины что-то завалил, да и все. Супербой. О, Франк упал, ребята. Во. Что он сделает? Видишь, он как будто древний бог какой-то или кто, я не знаю. На. Нормально? Зарядил. Парнишка. Есть, минус грот. Так, Куин отдуплилась. Супербой, видимо, тоже сейчас. Старфайр. Все, Костя ее ушатывает. Замечательно. Но это какая-то новая персонажка. Ее раньше не было, ребят. Видимо, в этом обновлении ее включили. Ну что, выполнено. А, мы все прошли. Вау. Слушай, вот это мне понравилось событие. Довольно оригинальненькое, крутое. Так, а это у нас... статуэтка Бэтмена. Хочу попробовать пройти. Так, Звездный город. Queen Industries. Пришел.
You, Oliver? Boss, security's been neutralized. Hey, what the hell are you people doing? Neutralized? And where the hell did he go? I don't know, boss. I checked out each... Looks like you're as thorough as you are stupid. Типа я обозвал их глупцами. А чё, я один-то? Эй! Фонарь зеленый, ты самоуверенный слишком в себе, парень. Понял. Вопрос исчерпан. Короче, он их отдубасил. А кто такой Вальтер Эмерсон, с которым он разговаривает? Хм. Опа. Так, у нас еще две истории должно быть, и получаем мы какой-то сундук. А что нужно для того, чтобы... А, откроется через 3 часа. Продолжение, да, по ходу дела? Ну-ка, дай-ка мне... Ежедневный пак горит, но почему-то я не могу взять его. Может быть, вот это вот заберем? Окей. Вкусняшку забрали. Охраны, план охраны. Что тут у нас? Погоди, погоди, погоди. Не то, не то. Я видел там, вот. Угу. Теперь забираем. И тут ящик. Все. Так, у нас, по-моему, есть один призыв, да? Есть. Что нам выпадает? Франкенштейн. 10 карточек. Так, а это я, по-моему, пройти так и не смог. Нифига тебе. Это я пройти не смог. А, я даже не начинал. Ёк-макарёк, нифига тут. Я даже не знаю, может быть, это оставить на следующую уже серию, ребят. Наверное, так и сделаем. Так, я могу в доме что-нибудь поставить. Например, статуя Бэтмена, она куда-нибудь идет? Может быть, тут, наверное, в другую комнату. В комнату Бэтмена, скорее всего, она пойдет. А, вот оно, ребята, ожерелье, которое, ну вот, смотри, что я тебе хочу сказать. Вот тут, вот я только найду, видимо, сейчас вот это ожерелье. Это сколько мне нужно тут находить этих вещей, чтобы полностью эту комнату открыть? Вы что, серьезно, что ли? Ну да. А тут книг нужно, блин, смотри, сколько. Все это нужно искать, ребят, находить. Не все так быстро, да? Как хотелось бы. Ну что, друзья, на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!